Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Infinix Hot 40 Pro. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек камеры. Итак, открываем камеру. Нажимаем на значок шестеренки. И теперь проходим вниз и нажимаем «Восстановить настройки по умолчанию». Нажимаем «Восстановление». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.